Всем привет, друзья, с вами Влад, и мы продолжаем проходить Сома. Довольно-таки интересную игрушку. Мы попали на какую-то станцию и пытаемся разобраться во всем, что на ней происходит. Пока что абсолютно ничего не понятно. Я в предыдущей серии нашел робота, который считает себя человеком. Тут затронута довольно-таки интересная тема переноса сознания. Но я все-таки думаю, что это просто робот, считающий себя человеком. Никак иначе. Так, давайте еще раз. Я вот с этой системой вообще толком ничего не понял. Ладно. Все выключено. Пойдемте проверим тогда другие помещения, которые тут есть. На нас вроде пока никто не пытается напасть. Так, мы, наверное... Did you get the final backup turbos going? Это мы уже слышали. Так. Тут закрыто. Надо как-то перераспределить энергию. Как это сделать? Что-то мне не нравится, что оттуда вода идет. Ну, попробуем. Да, я так и думал. Берегите голову. В костюм залезть нельзя? Нет. Ну-ка. Тета, не входите. Мы перекрыли Эпсилон, чтобы никто не мог помешать работе станции. Не открывайте дверь. Азаро. То, что произошло с Карлом, это не моя вина. Хорошо. Эмми. 0735. Хорошо. Давайте попытаемся зайти на терминал под ее ID. Семь, так, и пять. Хорошо. Статусы. 60%. Так. Журнал событий. Так. Интересно, во всем виновато землетрясение? Вывод энергии. Угу. Так, это все заблокировано. Подождите, там еще какой-то проход? Я чего-то не заметил. Ну-ка, быстренько взглянем. Точно. Просто перекрыто. Угу. Всякая ерунда. Hey, I can hear you moving. Я рад, что ты меня слышишь. Я пока не понимаю, что мне надо делать. I could use some help.
Ладно, мы, может, сами как-то ему сможем помочь. О, Господи. Блин. Извини, братишка. I'm sorry. I think I pulled the wrong lever. Oh, don't sweat it. Just get me a doctor. Ладно. А если я... Терпи. Так, мы все системы отключили. Возможно, нам хватит энергии. Все что-то не то. Так. Подожди. Да не надо было мне выходить из системы, твою мать. Терпи, чувак. Ну, 722. Хорошо. Так, что у нас здесь? Нью-Йорк. Статус отключен. Последний контакт. 10 января 2103-го. Здрасте. Что за надвигающийся апокалипсис? Лиссабон. Отключен. Угу. Лондон. То же самое. Очень интересно. Кадис. Что это, метеорит? Так. Допустим. Если введем ID... Давайте. Так. Так, 2202. Поймали. Что это было?
Так, это понятно. Поймали. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Да, это я. Simon Jarrett. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. Except for one. I think he was in pain. I'm not sure what to do. He said he was hurting. Sort of. I don't know. Mm-hmm. What was that? No! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are shuttle trains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. Ух ты, ёшкин кот. Shit, 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 where do I... What's that? Эй, это как понимать? Что, все, отыгрались? У меня же нет скафандра. И... Происходит явно нездоровая хрень. Так. Хорошо. Я вижу пролом. Так, ну, сюжет крайне нестандартный и интригует. То есть, что происходит? Почему я здесь? 2103 год. Так. Lambda, find the shuttle to Lambda. Так, вот транспортная. Так. Тут ничего нету. Обалдеть. Так, я думаю, нам не сюда. Фух. Так, я вижу какой-то проход. Возможно, это те самые двери. Ну-ка. Нет. Ладно. Не пускает. Так, давай успокойся и не провисай. Это что за механизм? Узел связи, что ли?
написано. Ага. Ладно, пойдемте дальше. Обалдеть. Я так полагаю, так, шла речь о каком-то апокалипсисе. Ударил метеорит, я полагаю. Что же еще может быть? Работает. Мы идем правильно, да? Сделаем вид, что не обращаем внимания на то, что мы были без скафандра. Ну и мы как бы на станции этой находиться не должны. Я все-таки думаю, что это последствия нашей травмы. Возможно, через эту галлюцинацию наш мозг борется со своим недугом. Какой-то корабль. Это что такое? Подожди, подожди. Зря мы. Что он от меня хочет? Так, черт, это тупик. И я тоже уйду. У тебя в задницу. Так. Какой-то проблеск света. Транспортный узел? Неужели нашли? Господи, только бы это был он. Где вход? Эпсилон Б. Это что такое? Тоже робот? Привет, малыш. Ты не хочешь меня убить? Показывай дорогу. Нельзя. Ну ладно. Ты оставайся тут, а я пойду дальше. Я пойду на свет. А он идет за мной. Хорошо. Так, что это?
Куда мы с вами пришли? Ай-яй-яй. Какой-то дружок. Недружелюбный робот. Так, я хочу под эту станцию зайти. Смотрите, и сюда, и туда. Твою мать. Так. Мы куда-то не туда с вами идем. Черт меня дери, а. Что это за шар? Так, ладно. По крайней мере, у нас ограничения по кислороду нет. Это же все больная фантазия. Мы и летать бы научились, если потребовалось. Так, значит, дорога только сюда остается. Аккуратненько. Вулканические. Да не похоже. Так, свет в конце туннеля. Станция шаттлов. Открывайся. Ты развариваешь ее или завариваешь? Запускайте меня. Услуга за услугу. Помог и ушел. Так, она затоплена давно. Ну-ка. Спасибо. Слава богу. Фу. Let's hope the shuttle still works. Мне бы свет не помешал. Спасибо. Спасибо. Как она вовремя. I'm at the shuttle, but it's not looking good. The lights flicker like mad. I think the power regulator is broken. I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. What was that? I can't hear you. Don't worry, I'll fix it. Somehow. Да, действительно, как? Тоннель? Ну-ка, давайте заглянем. Ага. Этот тоннель нам уже ничем не поможет. Китайский? А.
Это что, и есть шаттл? Грузовая капсула, наверное. Так. Так, 7 болтов. Ага. Таких. Мне что, придется выходить обратно? Опа-на. Декларация. Подожди, мы не все еще прочитали. Столкновение. Комета Телос упала в Тихий океан. Вот она что. Удар от ее падения оценивается как одно из мощнейших катаклизмов, которых либо зарегистрированных на Земле. Все указывает на то, что поверхность планеты полностью обезлюдела и больше не способна поддерживать жизнь. Уникальное местонахождение Патоса-2 обеспечило нашему персоналу полную безопасность. Мы зарегистрировали небольшие структурные повреждения, но убитых и раненых нет. Самая большая наша потеря – метео и радиостанция, расположенные на надводной платформе Омега, на которой не было персонала. Но учитывая обстоятельства, небольшая потеря. Так. Экстренное совещание о будущем Патоса-2 и в конечном счете всего человечества будет проведено на ТЭТе. Мы будем держать вас в курсе происходящего. Начальник станции Фаркуриан. Угу. Видео? I guess it's a good thing we never had any kids. Hard enough looking my parents in the eyes. They're going to a bomb shelter upstate, by the way, along with your dad. I'm guessing someone will help them send you a message somehow. I mean, I hope they will. Hell, I'm not even sure you'll get this message. If you do, I want you to know I never blamed you for following your dreams. I was just mad it didn't fit better with what I imagined our lives would be. I really wanted the picket fence, big family, you know? I guess what I'm trying to say is, I'm proud of you. And even though it's been difficult to be separated from you, I regret nothing. I'm happy. And I really wish I was able to say this without the sky falling down. I love you, Amy. I always have. And always will. Вот так вот. Это что? Какие-то микросхемы. Ну-ка. Jesus Christ! What the hell? Так а что ты руки в него суешь, если тебе это не нравится? Хорошо, нехватка энергии. Как мне это исправить? А, тут еще одна капсула. Не будешь открываться? Понятно. Ладно. Тут ничего нету, что может мне помочь. Как бы обратно выходить не пришлось. У нас такая возможность есть? Нет, я не вижу, чтобы мы могли обратно выйти. Ну-ка. Ладно, значит, все вопросы решаем тут.
Значит, все-таки сюда надо было идти. Прошли завал. Твою мать, это что такое? Hey, are you? Don't hurt me. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Жесть. Что за дрянь? Так, питание нестабильно, но, возможно, нам хватит. Я не хочу ее убивать. Я так полагаю, это ерунда единственная, что поддерживает в ней жизнь. Бегом обратно. Аккуратно. Ну-ка. Спасибо. Я думаю, если я пойду второй рубильник отрублю. Ну что? Shuttle J6 activated. Warning. Unreliable power. Proceed with caution. Так. Экстренный выход. Ну-ка. Так. Космическая пушка Омега. Восемь человек. Сразу над это я могу отправиться. Подождите, или куда мы с вами должны были двигаться? Multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists.
так вот. Все меньше и меньше. Здрасте. Хорошо, и где мы оказались? На Лямбде? По итогу нам надо было на Лямбду, я вспомнил. Так, живы и слава богу. А мы бы тут хрен проехали. Ну-ка. Simon, are you there? Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? System said in the section you sealed for suspected overreach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Wow, you really are. Please, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. Да, мне надо было на Лямбду. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What's going on? You okay? Ей не до тебя, дружище. Так. Фонарик, конечно, у нас слабенький. Что, опять? Как эта клякса помогает открыть двери. Хорошо. И что мне теперь делать? Вот он. Вперед к свету. И что нам наверх? Fuck, I forgot the Omni tool back in the shuttle. Ты издеваешься? Твою мать. Что, сейчас дверь не выдержит, все это дело прорвет? Подождите. О, да. Интересно, а сразу его забрать можно было? Даже не проверил, если честно. Сам забыл про него, так что мы оба с главным героем виноваты. Так. Надо отсюда убираться.
давай. Спасибо. Ну и? Давление стабилизирует. Хватит уже. Выпускай меня. Ой-ой-ой. Ой. Под водой ей совсем не нравится. Идем на свет. Ну, это, конечно, моя похвала разработчикам. Там второй или третий час играю, и черт, мне реально интересно, что здесь происходит. Умеют, могут. Так, лямбда 350 метров. Ну, я думаю, мы справимся. Лямбда. А тут нехило так объект этот подтрепало. Обломков просто куча. Твою мать. Что это за психованные роли? За что? Я понял. Спасибо. Вроде оторвались. Психованных роботов тут не хватает. Так, что это у нас за купол? Ого. Упс. Что-то где-то открылось, а я этого не заметил. Так, продолжаем идти. Надо добраться до лямбды любой ценой. Обалдеть. Тихо. Мы что, на месте, что ли? Хорошо. Тогда дайте я пойду проверю, что это там за шаттл. Что это за ерунда? Ага. Я понял. Значит, еще не время. Бегом, бегом, бегом. Хоть на станции не лагает.
Слава богам. Ну вот мы и добрались до Лямбды. Ну что, серию будем заканчивать уже. Время подходит к концу. Всем спасибо, друзья, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и не переключайтесь. Всем пока!